Никите всего 4 года. Он самый юный участник конкурса. Мы гордимся вашим подвигом. Его рисунок стал лучшим в младшей возрастной группе. Детские работы присылали из разных поселений муниципалитета. Юные художники признались, накануне Дня Победы ассоциации возникали сами собой. Я участвовала в Олимпиаде «Наше наследие» на тему 75 лет Победы. И я затронута была войной и решила нарисовать рисунок. Работ было много, выбрать лучшую оказалось непросто. Сегодня мы подвели крайние итоги конкурса, и часть победителей получили свои награды, свои призы. Мы очень рады были всем рисункам, которые нам присылали. Все рисунки с добрыми пожеланиями на обороте отправились к ветеранам. Для детей это условие было главным стимулом к участию, а призы и подарки стали приятным дополнением. Мария Шматкова, Екатерина Тулупова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».